Иди на со своей суммой, блядь. Всем халява здраво, дорогие друзья, с вами Макс Форд, и сегодня я делаю свой очередной видеоролик. Сегодня я, как всегда, буду делать реакцию на наш любимый формат, на видео, которое называется «Снова домофон не пускает людей домой». Да бедные люди. Хотя, кто знает, может быть, домофон тоже бедный. Может быть, он бы и рад не пранковать людей, а пускать их нормально, но такова судьба, приходится пранковать. А нам приходится смотреть. Да, хочу сказать спасибо всем тем, кто подписан на мой YouTube-канал, кто ставит лайки, смотрит мои видео, идейки там кидает. Также говорю всем тем, кто, если хочет подписаться на мой канал, то обязательно подписывайтесь, я буду очень рад. Ну а мы тогда на этой веселой ноте начинаем. Умный домофон приветствует вас. Назовите номер квартиры, в которой вы проживаете. 150. А зачем вам? 157. Просто назовите номер рядом. Вашей квартиры. Номер квартиры 150. 172. Ошибка. Квартиры с номером 160 здесь нет. Хуй 160, говорю 172. Твою мать, блин. Сучка драная. Согласен. Четко назовите номер квартиры. 172. Ошибка. Нет такой квартиры в этом доме. Что значит нет такой квартиры? Я здесь 20 лет живу, а вы мне... Пожалуйста, назовите номер квартиры, в которой вы якобы проживаете. По цифрам, например, 0077. 0150, блядь. Ошибка. Вы здесь не живете. Охуеть, блядь. А где я живу? До свидания. Что значит до свидания? Здравствуйте. Вы были заблокированы, так как не проживаете в данном подъезде. Я проживаю, вот у меня паспорт есть. Пожалуйста, попробуйте в другой раз или свяжитесь с оператором, сказав оператор. Оператор. Соединяю вас с оператором. Ваш номер в очереди минус один. Ох, зря. Твою мать, блядь. Открываться будешь. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Можете оставить сообщение после сигнала. Слушай, блядь, какого сигнала? Давай открывай двери. Вот ключ от двери. Вот ключ от двери, поэтому впускай меня давай. Я сейчас возьму, как ключик приложу, ты откроешься. Какой нахуй абонент? Ты железяка, ёбаная, блядь. В данный момент все операторы заняты. Ваш номер в очереди минус два. Блядь. Железяка. Ау. Добрый день, Виктор Шнельда, я слушаю. Добрый день, мне нужно открыть дверь, квартира номер 157. А я почем здесь? Как вы почем здесь? Если меня домофон связал с оператором. С каким оператором? С оператором, наверное, кто устанавливал домофоны. Вы звоните в отель. Какой отель? Какой нафиг отель? Алло. А, двери можно открыть, пожалуйста? 172 квартира. Какую дверь? Входную, в дом свой. Какой дом? Какой дом? Девятый дом, какой дом? Вы ошиблись. Почему это? Ничего я не ошибся. Кто вам дал тот номер телефона? Какого номер телефона? Номер домофона. Слушайте, уважаемые, откройте, будьте добры, дверь. Сказали оператору, вы оператор, будьте добры, откройте дверь. Я не оператор, вы ошиблись. Молодой человек, будьте любезны, пожалуйста. Ошибка голосового вызова. Не, не будет. Он не будет любезен. Блять, заебал это. Здравствуйте. О, привет, ёпта. Пожалуйста, повернитесь лицом к камере. Пожалуйста. Если это лицо, пожалуйста, протрите его влажной салфеткой. Я выпью. Вы можете приобрести влажные салфетки в ближайшем магазине «Улыбка Радуги» по выгодной цене. Ты мне, блядь, еще расскажи, нахуй, где мне приобретать, еще это... не надо. Что это, блядь? Это опять вы? Я что,
Ты нормально или нет? Сука, дура железная, ебать, я в сраку, блядь. Согласно правилам дома, в нашем подъезде запрещено испражняться. Ну это понятно. А кто испражняется? Это домой. Какие испражнения? Что, я тебе аргодин показать, что я ссать не хочу, блядь? А в лифте можно? Пожалуйста, подтвердите, что вы не будете испражняться в подъезде. Не буду я ссать здесь, блядь. Четко скажите, я не буду испражняться. Я не буду испражняться. Я не буду испражняться в подъезде. Сколько хорошо, еще? Хорошо, я вам верю. Для снятия блокировки просто скажите, я пришел в гости вместо номера квартиры. Какой нахуй гости? Я пришел домой. Ты отлично. К сожалению, хозяин данной квартиры не желает принимать гостей сегодня. Блять, хозяин данной квартиры очень желает и принять, и зайти сейчас же туда домой, чтобы принять самого себя. Блять, вот заебись нахуй, не желает. До свидания. Что, блять, какое до свидания? Хозяин квартиры, я. Ну бля, да. Еще и телефон сел. Ага, телефон сел. Если вам нечем заняться, то я буду рада поддержать беседу. Да мне есть чем заняться, дверь открой. Нехуй мне с тобой беседовать, блядь. Открой, блядь, просто дверь. Расскажите, как ваши дела? Блядь, пока не родила, ёпта. Скоро он родит, по ходу дела. Мои дела плохи, открой мне двери. Какие дела? У меня дела все нормально. Давай быстрее открывай дверь, мне пожалуйста, нужно домой. У меня я не кричу! Микрофоны. А у меня нервы! Если вы не прекратите буянить, то давай быстро открывай! Я тебя заблокирую, это мой дом, где я живу, мой подъезд, 157-я квартира, быстро открой! Заблокировала. Да и хуй на тебя, блядь! Счастливого пути! С какой целью вы желаете попасть в подъезд? Чтобы испражниться. Отличная новость! В этом месяце председатель правления дома Борис Анатольевич Горохов отмечает свой день рождения. Да срать я хотел на Бориса Анатольевича Горохова, блядь. Наш председатель Наталья Николаевна. Какой Борис Анатольевич? Пожалуйста, наберите на циферблате домофона сумму от 500 до 999 рублей. Блядь, иди нахуй со своей суммой, блядь. Не бейте меня, нахуй. Я сейчас, блядь, пойду найду арматурину, нахуй, выломаю эту дверь к ебать матери, блядь. Вы ввели слишком маленькую сумму или не ввели ничего? Я тебе вообще ничего не вводил и вводить не собираюсь. Я должна предупредить вас, что почти все жители дома уже скинулись на подарок. Вы можете оказаться да в белой вороне. Да мне насрать. Абсолютно мне похую, блядь. Я белая ворона. Какая ворона? Какие подарки? Я вообще не понимаю. Ты чё, блядь, гонишь или что? Открывай двери, говорю. Ё-моё, блядь. Председатель увидит список квартир, которые оказались скидываться на подарок. Да и хуй ему в жопу этому председателю. Сейчас, блядь, найду кирпич, тебя разобью, нахуй. Давай, давай. Ау! Если вы не готовы скидываться на подарок, просто скажите, я не буду. Я не буду! Не хочу даже и не буду с тобой разговаривать больше. Все. Очень жаль, что пришлось внести вас в черный список. Да и хрен с ним. Прощайте. Прощай. Отличная новость. В этом месяце председатель правления сейчас дома, у тебя, блядь, Борис будет отличная новость. Горохов, я тебе расхуярю, нахуй, мелкие дребезги, блядь. И молись своей электронной мамаше, блядь. Ау! Что происходит? Вот этот мужик пожилой, который в кепке. Ну или как это называется? Да, кепка там, шапка, шнапка, я не знаю. Вот он мне больше всех тут понравился. Он самый такой забавный был. Железяка там безмозглая. Сейчас будешь молиться своей электронной мамаше. Вот это его фразы, конечно. Ух, прям очень замечательные фразы мне понравились. Может быть, их даже можно где-то использовать. Хотя это вряд ли, мне кажется. Ну, разве что, если я когда-нибудь на такой пранк попадусь с домофоном, может быть, то тогда я тоже буду использовать это. Короче говоря, вот такое видео получилось. Те, кому понравилось, обязательно ставьте лайк, тогда будет новый выпуск с этим домофоном, который людей не пускает домой. Ну, с вами был Максфорд. Всем пока-пока.